Няўжо гэта сапраўды было са мной? Мы поставили на кон все. Я поставил, можно сказать, свою судьбу, насколько я как продюсер, как менеджер брался этой сверхзадачи, занимаясь вопросами организации съемок этого фильма. Это фильм-событие, здесь представлена история страны, представлена история знаковой личности для всех белорусов. Панове, у Сараеве забиты эрцгерцог Фердинанд. Гэта война. Интересная компьютерная графика, потрясающая музыка. И что приятно, что это все белорусские специалисты работали, белорусские композиторы. Подписывать будешь? Да нет! Да нет! Я категорически отрицаю свое участие в контрреволюционной организации. Мы этот фильм вложили не только бюджетные деньги, но и свои ресурсы. Киностудии не хочу озвучивать громко, но мы сюда вложили много всего. Не ходит гладко мой язык, вот только вечно ору, сею, бо я мужик, дурный мужик. Мы хотим вначале получить фестивальную историю и показать второплейнем 2020 года уже нашему белорусскому зрителю. Я думаю, они не обидятся, простят нас, потому что фильмы такого уровня не так часто появляются. Для меня это дело чести.